Так, всем привет. Еще раз здороваюсь. Уже начинал снимать видео про рыбалку. Ничего, что-то не получается поймать. Каждые выходные практически сюда ездил. Так клевал хорошо постоянно. Ну, ловил то, что хотел, все ловил. И сейчас ничего нету. Ну, раз не клюет, удочку оставил. Решил вот на остров сходить. Такой небольшой островок. Посмотрим сейчас, что там на нем есть. Он оттаял. Прикольный, уже весь растаявший. Берега немножко подтаивают, а он вообще весь уже растаял. Сейчас посмотрим, что на нем есть тут. Какие-то вижу веревки. Камни такие огромные, конечно. Вот так вот это выглядит. Лед как нагромоздился. Нас такой хороший прям держит. Прям красота. Очень красиво. Очень прям. Здесь прям спать можно лечь. В какую-нибудь расщелину. Скальный такой остров. Сетки какие-то. Кто-то выкинул. Такие вот сетки тут используют китайские. Старая консервная банка. И вот такое плато небольшое. Вот елка как выглядывает с этого, с этой скалы. Ничего больше интересного нет. Ну, красиво. Вообще очень, конечно, природа здесь. Супер. Вон еще камни какие. Ух. Так, сейчас буду ходить уже. Снимать, наверное, уже ничего не буду, если что очень хорошо начнет клевать. А так больше не буду снимать. Кстати, никто ни разу здесь костер не жег. Очень тепло, прям здорово здесь, конечно. Такое время, что вроде бы лед еще есть, но еще очень тепло. 5 озер из подводки. Пробка. Странно, даже больше другого мусора-то никакого нет. В принципе, все очень цивильно. Думал, здесь будут выбрасывать все подряд. Веревка какая-то. Сетку привязывали. Вот, перегораживали, наверное, вот этот заливчик. Всем советую сейчас ехать на природу. На рыбалку. Теплом. Подышать свежим воздухом. Хоть даже и не клюет. Хотя где-то и клюет. Надо просто искать места. Ну ладно, про остров немножко снял. Такое небольшое прям видео. Ну все, всем пока.